Ох, ебать, у нас обзоры на клипы пошли. Давайте. Арне Бушида Жо, Аника Тесна. Кстати, блядь, название Тесна гениальное, реально. Я только позже понял, я сначала подумал, они Техно написали, ну... А потом я понял, что это Тесно, я такой, ебать, ну, сука, ну, реально умно. Ребят, прикиньте, умно. У нас трек в топе ВК-музыки. Дэм, жестко. Дэм, жестко. Ребята, прикиньте, дэм, жестко. Ну, Тесно, умно очень придумано, реально. Жестко. Нам тесно быть вместе, больше никогда не назову о, тебя бэй. О, это Музей Стрит-Арта, что ли, блядь? Мы там мемы 2 снимали, или мемы 3. Мемы 3, по-моему, там снимали. Нам тесно быть вместе, мои мозги кипят, если говорить без лести. Факты, факты. Нам тесно быть вместе, я больше не сяду рядом с тобой в этом ресте. Факты, факты, факты. Нам тесно быть вместе, сука, пойми, нам тесно быть вместе. Мне так не по кайфу, сука, пойми. Вижу только часы, бля, типа прикольно, IT, вот это хорошо. Кровь своя в IT, мне так не по кайфу, сука, пойми. О, о, не делай мне мозг, хотя бы раз не делай мне мозг. Не делай мне мозг, бля, хотя бы раз не делай мне... А это мне... типа вот это, ну это похоже, знаете на что? Вот эта сцена на... Помните клип выходил, который запрещали у Prodigy, где про... Бля, твист не буду, ну короче, запомни, Smack My Bitch Up, который... Там вот примерно такая же съемка, прикольно. Ну посмотрите клип, там не буду спойлерить, что в конце. Мозг, бля, хотя бы раз не делай мне мозг. Go. Отсылка может быть, да, я хуй знаю, но очень похоже, реально. Бля, ну вот это охуенно, вот серьезно, без миллионов в клипе, да, вот как у Алишера с вот этим вторым чуваком, там видели съемка, как будто Marvel им снимали, реально, такая прям ебать, все такое, графика и так далее, а здесь достаточно, ну вот, ну откровенно говоря, просто снято, ну охуенно же, ну реально охуенно, вот это зерно в клипе, вообще пиздато хорошо сделано, я кайфую, да, пиздато клип. Йоу, мне с тобой очень мило. Пиздец, охуительно. Она меня любит, как Дора любит пиво. Я не понимаю девушек, не даю ей мотива. Но вот эта детка меня очень сильно зацепила. А, да и тот еще мутила. Твой любимый парень не с повышенным либидо. Меня сильно осаждала, когда сильно осадила. Да я не курю давно, но я с тобой дону тратила. Я осуждаю. Осуждаю, блядь. Если не был рядом, это было некрасиво. Меня не пугает то, что ты прошла бы меня мимо. Нас опять они на дно, и мы опять как два дебила. Вот это охуенно. Я тебя сильно люблю, но с тобой много проблем. Дэм, жестко. Хотя бы раз давай будем честны. Нам тесно быть вместе. А, они еще сцены, смотрите, сделали под обложку, типа. Вот это... Ну ладно, я сказал, что это просто снято, я напиздел, хорошо, это хорошо снято. Нам тесно быть вместе. Это, походу, этот, блядь, на кран снимали. Знаете, есть такой кран, блядь, киношный, который, ну, запоминает одни и те же действия, он делает, короче. Ну, поняли, вот камера, видите, движется, монтаж идет разных людей, а картинка стабильная. Это, видимо, на кран еще снимали. Бля, круто, пиздец. Очень круто, очень круто. Да-да-да-да, это он. Да, охуительно. Реально охуительно. Бля, еще титры, смотрите. Да, охуенно. Вот это охуительно. Бля, чуваки, без рофлов. Пиздец жестко. Пиздец. Ну, это сегодня лучший клип, который я посмотрел. Я кайфанул. Это реально охуительно. Это, бля, давно это, бля, давно я таких работ не видел интересных. Ну, что я могу сказать? Дэм, жестко. Не, реально, клип, бля, чуваки, вот не знаю, как вам, мне вкатил пиздец. Лучший за сегодня. Лучший.